30 июня. Это место, где гнездятся цапли. Несколько гнезд. Селедки уже довольно взрослые. Стоят, на меня смотрят. Интересное место. Сразу несколько гнезд. В одном гнезде птенцы еще сидят. Я нахожусь прямо рядом с жилым гнездом цапли. Но только птенцы скрылись, не углядывают. А выше залезть. Дальше уже лезть некуда. С остальных гнезд птенцы уже послетали.